Привет всем, вы на канале Пара Спиц, с вами Тоня Февралева. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот узор, называется он пуховик. Вязать его несложно, тут только лицевые изнаночные петли, получается вот так вот необычно, интересно. Вот так вот выглядит его изнаночная сторона, тут просто изнаночные петли. В рапорте 8 рядов и любое количество петель. Я наберу 5 петель. Плюс 2 кромочные. Кромочные петли мы все будем провязывать так же, как все остальные. Первый ряд у нас все петли лицевые. Первую провязываем лицевой и все остальные лицевыми. Последняя кромочная тоже провязываем лицевую. Второй ряд все петли изнаночные. Третий ряд все петли лицевые. Четвертый ряд все петли изнаночные. Пятый ряд все петли лицевые. Шестой ряд все петли изнаночные. Седьмой ряд. Отсчитываем 6 рядов вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я зацепляю. Первую петелечку разверну. Надеваю. И провязываю вместе эти две петельки. Снова разворачиваю. Смотрите, как удобно считать. От петли идут вот такие вот волны. И мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зацепляем шестую. Петлю разворачиваем. Надеваем эту, которую мы зацепили. И провязываем вместе лицевой. И так поступаем с каждой петлей. Отсчитываем 6 петелек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем петельку, надели, которую подобрали внизу, и провязали вместе. Можно сначала развернуть петельку, а потом отсчитать внизу. И последнюю петельку тоже развернули. И провязали лицевой. И последний, восьмой ряд, провязываем все петли изнаночными. Все, это вот у нас изнаночная сторона, это лицевая. Так повторяйте эти 8 рядов на нужную высоту, и у вас получится вот такое чудо чудесное. Можно использовать вместо резинки, он достаточно эластичный, вот так плохо тянется, а в ширину хорошо тянется. Надеюсь, вам понравился этот узор пуховик. Обязательно заходите на мой канал почаще, нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Я вас всех целую и обнимаю. С вами была Тоня Февралева, всем пока!